Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта Tarantas News, и сейчас расскажу вам о плановом рестайлинге фургона от Chevrolet. Стоит сказать, что модель Chevrolet Express появилась на рынке в 1995-м, и с тех пор она прошла через обновление всего один раз, в 2003 году. Тогда автомобиль обзавелся модернизированной внешностью и новой гаммой двигателей. С того времени фургон продается на рынке без каких-либо кардинальных изменений. Но несмотря на это, модель Chevrolet Express остается важным сегментом в линейке компании. В 2019 году она разошлась в количестве 77 тысяч единиц. Теперь же стало известно, что автомобилю достанется новый силовой агрегат. Взамен 6-литрового мотора на фургон установят двигатель с системой прямого впрыска рабочим объемом 6,6 литра. Его мощность составит 401 лошадиную силу и 629 ньютон-метров крутящего момента. По планам компании, новый силовой агрегат должен стимулировать дополнительный спрос на Chevrolet Express. Относительно изменения трансмиссии пока нет информации. Известно, что новый мотор будут устанавливать на фургоны 2021 модельного года. У меня пока все, еще больше новостей ищите на нашем сайте tarantas.news. Пока!